Всем привет! В этом видео мы создадим с вами чекпоинт и киллзону в Unreal Engine 5. Для начала найдем нашего персонажа. В пустом месте создадим пользовательское событие, custom event, подпишем как checkpoint. В событии добавим вход, подпишем как location. Тип переменной вектор. Из события извлекаем функцию setActorLocation. Также у персонажа нам необходимо создать переменную. Подпишем как L нижнее подчеркивание checkpoint. Она будет у нас отвечать за последнее местоположение. Далее переходим в папку «Блупринты». Создаем новую папку. Подписываем как «Checkpoint System». Внутри папки создаем ряд классов. Первый класс — актер, BP — checkpoint, второй класс — также актер, BP — kill zone. И третий класс — это User Interface, виджет. WB — Checkpoint. Давайте откроем виджет Blueprint. Достанем Canvas Panel. Текст. Якорь справа внизу. И во вкладке «Текст» введем «Checkpoint». Далее, при желании, вы можете добавить какую-нибудь анимацию. Выделив текстовый блок, нажимаем Animation. Подписываем как Anim Checkpoint. Добавляем трек, текстовый блок. Далее мы хотим, чтобы наш текстовый блок мигал. Для этого выбираем Color and Opacity, жмем «Добавить ключ». И вот таким образом выставляем ключи. Через каждый пункт изменяя значение альфа-канала. Вы можете это сделать чуть-чуть плавнее, увеличив расстояние.
переходим в граф. Из event construct достаем play animation. Достаем наш компонент anim checkpoint и подключаем. Закрываем виджет Blueprint. Открываем Actor класс BP Checkpoint. Добавляем компонент Box Collision. Правая кнопка мыши на Box Collision. Add Component Begin Overlap. Вызываем нашего персонажа. В данном случае у меня это Cast Tool BP Gang Character. Достаем функцию GetActorLocation. Далее извлекаем переменную из персонажа SetLCheckpoint. Чтобы данная процедура не повторялась многократно, вызываем ноду DoOnce. Следом Create Widget. Вставляем наш виджет WB Checkpoint. Далее Add to Viewport. Следом достаем задержку, Delay. Выставляем задержку 5 секунд, так как таймлайн анимации у нас 5 секунд. Из Create Widget, из Input Return Value достаем функцию Remove from Parent, чтобы через 5 секунд данный виджет у нас удалился. Закрываем класс. И открываем последний нами созданный класс BP Killzone. Добавляем компонент Box Collision. Добавляем событие One Component Begin Overlap. Снова вызываем нашего персонажа Cast to BP Gain Character. Извлекаем из него переменную как Get L Checkpoint. И следом вызываем функцию Teleport. Применяем местоположение и подключаем, кого конкретно мы будем телепортировать. Закрываем класс. Далее на Player Start нам необходимо выставить класс BP Checkpoint. Выставлять данный бокс необходимо над поверхностью, чтобы границы бокса не задевали mesh или landscape, иначе персонаж провалится под землю. И давайте где-нибудь здесь расположим второй наш чекпоинт. Так, также давайте выставим наш класс KillZone, например,
расположим его в дверном проеме. Запускаем сцену. Проходим чекпоинт. Виджет сработал. Далее мы сейчас пересечем с вами киллзону. И мы снова появляемся в последнем чекпоинте. Чекпоинтов на сцене может быть неограниченное количество. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!